Посредством музыки мы можем транслировать те чувства и эмоции, которые невозможно передать словами. Слушая музыкальную композицию, люди способны увидеть отражение самих себя в творчестве других личностей, тем самым вступая в молчаливый диалог с автором. Музыка сегодня — это синтез жанров, и я все еще в поиске своего направления. Я смотрю на Майкла Джексона и Стиви Вандера и вижу артистов-созидателей, открывших качественно новые пути сотворения музыкальных произведений, которые вошли в историю. Большую часть своего времени я провожу на студии, сочиняя музыку и приглашая талантливых ребят для воплощения новых музыкальных идей. И знаете, меня вдохновляет мысль о том, что мой путь только начинается.